Ужасная. Порыв за порывом происходит. Вот вчера опять порвало, уже в колодце. И она бежит, вот течет вода опять, бег в речку. Вот там, где кусты, колодец, и вот вода бежит здесь. Машина въезжает. Здесь такие лужи ароматные образовались, можно сказать, озера. Добавилась вода, теперь она бежит. С того порыва тоже соединяется. И течет речка. Получается, как речка маленькая уже образовалась. Водоканал дает столько воды нам во двор, что просто ужасно. Просто ужасно. Все затапливает. Ремонтировать, не ремонтировать. Подмыть фундамент дома вода это спокойно, потому что столько бежать. Только с двух порывов уже соединяются и текут в один ручей, одним ручьем точнее. Вот такой ручей у нас получился на улице Курченко. По этому камышу у нас здесь. Тут водопроводный колодец, где порвало. Или задвижка лопнула, или может набивка, или труба. Люка нет, точнее крышки нет, ее своровали, сдали металлолом. И вот накрыли кусок доской. Вот вода бурлит, полный колодец воды. Шумит. Разъедясь до высшей стадии.